два, один, начали! Итак, дорогие друзья, сегодня я вашему вниманию представляю прекрасный продукт. Это вибромышки компании CBR. Как сегодня, не знаю почему, сказала очень красивая девушка на нашем стенде, каждой одинокой девушке нужна вибромышка. На самом деле она нужна каждому, не только одиноким девушкам. Вы понимаете, мышка — это устройство, с которым мы проводим больше, чем с родными и близкими. Руками целый день их трогаем, мы всегда с ними. Разница между обычными мышками наших товарищей-конкурентов и мышками CBR, как между Pithecanthropus и Homo sapiens. Наша мышка обладает функцией массажа руки, напоминание раз в час делать перерыв от работы, функция виброотдачи, соответственно, при играх. Такого не было за последние 25 лет. Мышки CBR, сами вибрационные, для девушек, для мальчиков, вот для всех просто. Ура!